хотел нам показать пример безвкусного дизайна комнаты. Уйти из этой комнаты несложно. Я давно научился незаметно перемещаться по замку. У тебя острый глаз, Кай. Эй, сначала дамы, Брэндон. А потом дети, верно, Ривен? Нет! Эти хитрые таракашки. Они просто мелкие раздражающие мушки. Давайте раздавим их. Мы как большой оркестр. И у каждого из нас важная партия. Даже Кика и Пепе готовы к действиям. Посмотрите, какие они у нас. Истерики. Вот это правильный настрой. Ха! Ой, это мой пейджер. О! Это от Тимми. Да. Мы с Тимми анализировали кое-какую информацию. Мы разработали систему звукового предупреждения, чтобы мы могли заранее заметить войска. Пока! Я никогда не видела ее такой... такой... такой нормальной? Ты ищешь это слово? Не волнуйся, мы почти пришли. Всего несколько маленьких шагов отделяют нас от огня дракона. Посмотрите туда, вон там они прячут все свои секреты. Хочешь, чтобы я начал скучать по темнице? Сюрприз! За то, что вы сделали, вы втроем заслуживаете самого ужасного наказания. Я хотела сообщить вам, что я еще на ногах. Увидимся попозже, юные леди. Миссис Гриффин подловила нас. Мы застряли. Нам будет непросто выбраться отсюда. О, у нас что-то на пути.